Ребят, это изи трешка. Это чисто по фану я выигрываю 13 уровнях. И, блин, вообще ловлю от этого чисто кайф и удовольствие. Серьезно. Привет, друзья! Я нахожусь на Кристалле, и, возможно, это последний ролик с этого аккаунта. Я хочу так полноценно насладиться эмоциями и удовольствием этим, поиграть с фуловой прокачкой, и я вот фанился вот буквально 5 минут назад, и так получилось, так легко взял 4900. Многие напишут, конечно, с такой прокачкой бы каждый взял. Собственно, я этого и не отрицаю, ребята, я просто говорю то, что я фанюсь, и так получилось 4900. На изи апнул. Ну, несчастье ли это? Ну, не удовольствие ли это играть и не напрягаться? Поэтому я сегодня хочу последний раз пофаниться и заодно сделаю 4900. И почему же последний ролик, ребят? Потому что сегодня этот аккаунт на стриме уйдет топ-донатеру, скорее всего. Те, кто сидят за моим каналом, ждали стрим еще вчера, хотели этот аккаунт забрать, но по техническим причинам я не смог провести стрим. Будет он сегодня, я все уже уладил, ПК настроил. Сегодня будет стрим, поэтому приходите. Я не знаю, кто будет будущий владелец этого аккаунта. Я бы хотел с ним договориться, чтобы этот сезон закончил именно я. Я просто хочу в этом сезоне, ребят, взять, ну, 5500 минимум, ну, попробовать 5800. Реально, с такой прокачкой, я думаю, у меня получится. Но я хочу попробовать, попытаться хотя бы в этом сезоне. Не знаю, как поведет себя будущий хозяин этого аккаунта, разрешит ли он мне заходить на него, снимать какие-то атаки или же нет. Ну, что-то мне кажется, что я смогу договориться, все-таки не будет он таким жадным. Ну, а там посмотрим, если нет, значит не судьба. Но все равно предупреждаю, что это может быть последним роликом на этом аккаунте. Собственно, подписывайся на канал, ставь лайк и колокольчик, чтобы не пропустить мой стрим и узнаешь сегодня, кому этот аккаунт уйдет. Давайте откроем огромный сундук. В принципе, мне не важно, что с него выпадет. Он полностью, ребят, фуловый этот аккаунт. Ну, можно посмотреть по запросам. Что касается Комана Кирарак, я последний раз покажу прокачку для тех, кто, допустим, впервые у меня на канале и им интересна прокачка этого аккаунта. Вот так он выглядит, вот такие вот легендарки. Четвертая принцесса скоро будет, пятая, Примно четвертая, Громовежец четвертый. Ну, то есть прокачит он отлично, ребят. Рарки все 11 доступны, до 11 точнее. Вот. Собственно, буду я фаниться, ребят. Вот такие вот три колоды сегодня я взял. Гиг-голем, стандартная дека, которую я раньше показывал. Вот это с гигантом хочу попытаться. И вот этой декой. Не знаю, что получится, как будет. 4900, я думаю, сделаю. В общем, в принципе, предлагаю не тянуть. И погнали в онлайн-атаку, ребят. И не знаю, что получится, как я буду здесь, ну, выигрывать, проигрывать. Но я думаю, что с этой прокачкой я смогу затащить. Поэтому сильно не напрягаюсь. Давайте здесь армию скелетов. Единственное у меня сомнение за гиганта. Вот там я реально не знаю, как той колодой играть. Поэтому там меня может даже прокачка не вытащить. Противник потратил молнию. Ну, я не знаю, что делать. Давайте выбросим. Не, или не выбрасывать таран. Я не знаю, кстати, что за колода такая. Гоблинская бочка плюс молния. Такую я еще не встречал деку. Честно, не знаю, что выбрасывать. Давайте банду гоблинов сольем. О, отлично, мы как раз вовремя выбросили банду гоблинов. И смотрите, как они синхронно друг друга уничтожили. Просто одновременно мы выбросили. Давайте солью таран, возможно, армия скелетов будет. Нет, это рыцарь. Окей. Так, я не знаю, кстати, что там у него по еще зданиям дефа. Есть ли у него инферно? Давайте орду миньонов. Не знаю, мне не жалко. Я, может, и сильно трачу много эликсира, но мне не жалко, я фанюсь. Так, мне нужен сборщик, блин, я хочу сборщик. Давайте здесь так. Ах ты, блин, в этот раз он выбросил немножко по-другому гоблинскую бочку, поэтому я поставлю сборщик направо. Это, короче, колода обычный спеллбейт, только вместо ракеты здесь молния. Но хорошо, что у меня сборщик 10 уровня и одну каплю эликсира я получаю. Окей, остается 30 секунд. Значит, смотрите, ребят, он сейчас готовит выбрасывать банду гоблинов. Значит, я поставлю голема. Приготовлю бревно, вот оно бревно, летит на банду гоблинов, и по идее у него сейчас будет инферно. Я попытаюсь сейчас словить инферно ордой миньонов, по сути у него нету стрел, ну да, тут гадалки, ребят, не ходи. Но у него есть огненные духи, вот в чем вопрос, успеет ли он среагировать или нет. Я забиваю на гоблинскую бочку, да, ну там в принципе что там успевать реагировать, там изи словить. Так, ребят, ну не знаю, в общем, как выиграть эту колоду, серьезно. Давайте солью банду гоблинов и, возможно, поставлю еще один сборщик, знаете для чего? Чтобы развести его на молнию. А, как вам? Тут бревно.
Тут бревно. Отлично, забираем всех бревном. Ну, давай, пожалуйста, потрать молнию. Ну, дружище, блин, я так хотел, чтобы он потратил молнию, серьезно? Ладно, тогда делаем вот так. Тут банда... Ой-ой-ой, хотел таран, выбросил банду. Короче, играю как полный бомж. Давайте тут голема. Голем. Он специально не тратит молнию, чтобы ее заюзать в конце. Да, чтобы вот сейчас в конце ее заюзать. Ну, давайте, я не знаю, таран. Тут армия скелетов. И сейчас вот здесь орду миньонов. Смотрите, вот сейчас у меня должно все получиться. Серьезно. Инферно не сагрилась, внимание, не сагрилась на голема. Тут, смотрите. Он что, он решил гоблинской бочкой добить? Ну, ему там одну молнию кинуть и все. Че он ждет? Лол. Он не успел, банально не успел. Я не знаю, ребят, честно, вся игра была на его стороне. Я играл ужасно, я играл плохо. Меня порешала прокачка, не знаю. Да ладно, у меня не 4900, 2 кубка не хватает. Не суть. Давайте возьмем другую колоду. Ой, я не знаю, как с гигантом играть, честно. Вот я без понятия, как я буду с ним играть. Еще одной колодой с големом. Просто это такое удовольствие играть восьмым големом. Я последние такие, знаете, фан-чувства, если можно это сказать, получаю от этого аккаунта. Мне все равно, что там напишут в комментариях, что с такой прокачкой низко сижу, плохо играю. Мне не на это все равно, я чисто получаю удовольствие от игры. И сегодня хочу получить их сполна, потому что я не знаю, что будет. Да ну ладно, неужели это опять спеллбейт? Блин, ну вы что, издеваетесь надо мной? Меня эти колоды уже достали реально с гоблинской бочкой. Как только я беру голема, всегда гоблинская бочка. Ну это мне реально контр, по сути. Но у меня есть молния. Я думаю, что не все потеряно. Давайте ночную ведьму выпустим. Ну да, это спеллбейт. Блин, я честно, я с големом против этой колоды не умею играть. Не знаю. А, нет, это не... Ну давайте тогда вот так. Давайте тогда вот так сделаем. Блин, рыцаря не получилось уничтожить, но зато нанесли урон по вышке, а это главное. Тут мы сделаем вот так, чтобы как можно меньше рыцарь нанес урона. Значит, это мортира, да? Блин, знаете, ну тут трудно, надо как-то со сборщиком успеть. Ладно, давайте тут маленького дракончика, тут у нас пойдут гоблины. Тут у нас пойдет ночная ведьма. Бревно на гоблина, но живет на... Так, хорошо, отлично. Я думаю, мы заберем его мортиру. Я не знаю, как, честно, играть против мортиры с этой колодой. Просто она у меня дорогая, а я сборщик не могу никак поставить. Бревна нету, не знаю. Давайте ставим сборщик сейчас. Блин, вот плохо то, что лучницы сейчас фуловые, просто нанесут мне урон. Это реально плохо. Но я надеюсь, что ракета не полетит сейчас на вышку. Отлично! Он мне дал одну каплю эликсира. Значит, ну я немножко в преимуществе, в любом случае. Так, ну сейчас как только он поставит мортиру, я сразу же выставлю голема. Вот так вот. Отлично. Я не дождался его мортиры, я сразу поставил голема. Сейчас 5 секунд до удвоенного, я думаю, что у меня все получится. Давайте, думаю, мегамуху. Не, давайте маленького дракончика. Готовим молнию. Готовим молнию сейчас на рыцаря. Я жду рыцаря, давай. Ага, он его выбросил немножко не так. Ну ладно, тогда вот здесь стрелы. Юзаем стрелы, отлично. Здесь у нас пойдут гоблины. А, у него же бревно, я забыл за бревно. У него бревно, да. Ну ничего страшного, там фуловый голем практически снес вышку. Офигенно просто. Да тут не надо париться с такой прокачкой. Я думаю, что любой хозяин, который будет, ну, владелец этого аккаунта, в любом случае будет тащить. Ну, я не знаю, тут реально скилла не надо. Даже с моими кривыми руками я здесь выигрываю. Я специально сделал ночную ведьму на правую сторону, чтобы мортира именно держала таргет на ней, а не по вышке. Смотрите, тут делаем вот так. Остается 14 секунд. Ну и, в принципе, все. Он уже не успеет никак добить. Победа. Ставим еще одного голема. Кстати, не ожидал, что я затащу. Потому что, ну, блин, против мортиры мало опыта у меня. Да и вообще мне с големом мало опыта. Я даже не затрудняюсь ответить, а с чем у меня опыта много? Ладно. 4900. Просто, знаете, так, налегке. Как будто, не знаю, седьмую арену только что взял. Давайте... Ну, последняя атака с гигантом. Не знаю, что получится. Скорее всего, проиграю. Знаете, как взял 4900, так и вылетел с них. Ну, поехали, неважно. Ой, 13 уровень, за что? За что? Это будет такой же прокачкой, как и моя. У противника будет такая же прокачка, как и у меня. Ну, блин, ладно, будем стараться. Будем стараться, что? Так. Блин, я не знаю. О, отлично. Голем.
Восьмой голем, ребят, будет сложно. Жаль, что я не с големом. Вот если бы я был с големом тоже, как и он, я бы еще здесь посоревновался, серьезно. Так. Я не знаю, давайте тут громовержца, наверное, выпустим. Тут громовержец. Блин, хоть бы дракончик не со... Угу. Ну ничего страшного, ничего. Тут у нас орда миньонов. Орда миньонов, плюс еще три мимушки у меня есть, отлично. Можно продолжить, в принципе, атаку, если он больше ничего подкидывать не будет. Отлично, давайте продолжим, ребят. А вдруг получится. Готовим зап. Готовим зап. Здесь мы делаем вот так вот зап. Отлично. Забираем гоблинов. И слушайте, получается проход. Серьезно, так легко? Да это же 13 уровень, я думал будет сложно. Ну я тоже как бы 13 уровень, но блин, я ведь хуже игрок. Ну, видимо, нет. Видимо, не хуже. Ну все, мы, смотрите, так изи две вышки забрали. Я, кстати, не жалею, что взял эту колоду. Неплохая дека, кстати, с гигантом. А что делать дальше? Просто побеждать и все. Я думаю, что не стоит сейчас тратить какие-то карты. Хотя, в принципе, банду гоблинов, я думаю, можно выкинуть. Так, а что теперь? Вот на трешку как-то стрёмно идти. Хотя, что тут стрёмного, уже две вышки я вынес. Ой, такой изи противник. Давайте здесь гиганта, мини-пека, ладно, здесь орда миньонов. Так, блин, я надеюсь, что сборщик заберем, не зря я гиганта слил. И стрел, надеюсь, у него нету. Да, у него стрел нету, но у него есть маленький дракончик. Ну ничего, мы сборщик забрали, это лучше, чем ничего. Так, мы сейчас, смотрите, как только он выставит гиганта... Ой, голема, мы сразу же... Хотя, что ждать? Поехали, он все равно готовится к этому. Да, смотрите. Шахтер плюс 3 миньончика, плюс фаербол. И так постепенно мы сейчас вышку и заберем. Отлично. Ну, хотя там еще много. Много до того, чтобы забрать вышку. Но, смотрите, мы сейчас забиваем на голема полностью. Забиваем на голема полностью. И заходим вот таким вот образом. Забрасываем шахтера. Забрасываем шахтера. Так. Я надеюсь, что вышку мы забираем, точнее, трешку, трешку забираем. Ребят, это изи трешка, это чисто по фану я выигрываю 13 уровней. И, блин, вообще, ловлю от этого чисто кайф и удовольствие, серьезно. Изи трешка. Плюс 29 кубков, в общем, ребят, на этом все. Я еще на стриме немножко поиграю на нем, не знаю, сколько я сделаю. Возможно, 5200, возможно, и 5200 апну, не знаю. Ну, аккаунт реально крутой. Одно удовольствие играть с ним. Немножко обидно то, что не я владелец буду. Но с другой стороны, все те донаты, которые я соберу, я надеюсь, что они будут нормальные. Я все деньги, ну не все, ну постараюсь вложить хорошую сумму, чтобы на холдика задонатить много геймов и практически сделать такой же себе аккаунт. Все, ребят, на этом буду прощаться. Спасибо, кто смотрел, спасибо, кто поставил лайк и поддерживает меня. Приходите на стримы, включайте колокольчик. Желаю вам удачи, удачных сражений. До новых встреч, ребята, и всем пока.